Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 23 февраля на канале Домашний состоится премьера нового сериала «С днем рождения, Вика». Главная героиня Виктория – успешная деловая женщина с собственным бизнесом. Настолько увлечена работой, что почти не уделяет времени собственной семье. Но жизнь ставит твердую точку в ее ежедневной суете, когда в результате автомобильной аварии она впадает в кому. Однако судьба дает Вике второй шанс. Став призраком, она понимает, что упустила семью, в которой каждый несчастен. Дочь-студентку соблазняет взрослый мужчина. Сына третируют школьные рэкетиры. Муж не видит от нее любви и заботы. Находясь на грани жизни и смерти, Вика понимает, что у нее есть очень короткий срок, чтобы исправить собственные ошибки. Премьера нового сериала состоится 23 февраля. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!